Валютой будущего назвал биткоин Тим Дрейпер, обладатель 32 тысяч биткоинов. Тим Дрейпер положительно отозвался о криптовалюте в интервью Bloomberg. «Вы продадите свой биткоин за фиат?» Тим Дрейпер ответил: «Зачем мне продавать будущее?» Дрейпер не желает зависеть от капризов политических сил, в то время как криптография будет распространяться безопасно и всесторонне. Несмотря на то, что у Дрейпера были проблемы в судебном конфликте с Тезосом, он считает биткоин безопаснее, чем доллары в банках. Крупные инвесторы признают, что криптовалютный рынок им не принадлежит. Тим Дрейпер использует его и не намерен продавать будущее за прошлое.